Блин, обязательно по дороге идти. Эй, у вас все в порядке? С вами все нормально? Эй, вам плохо? Эй, вам плохо? Нас ни вирус, ни ковид не пугает, не страшит. Любой вирус и ковид наша дружба победит. Ребята, мне не удалось вырыть нам бункер. Меня загнали домой на карантин, а в мире катастрофа. Скоро нам нечего будет есть. И кому-то придется отправиться на поиски продуктов. А Аню выпускать из дома нельзя. Она может заразиться вирусом. Это должен будет сделать кто-то из нас. Ты права, Кисалиса. Вдруг это наступает зомби-апокалипсис. Я даже шлем на всякий случай надела. Да уж, Юмичу, от зомби шлем тебя только и спасет. Не говорите ерунды. Ага, конечно, ерунда. Ты, Софи, новости-то вообще видела? Ну, и? Во всем мире пустые улицы. Ну так, карантин же. Магазины, салоны, парки, все закрыто. Ну, карантин же. Вирус распространяется. Все как в этих фильмах ужасов про зомби. Точно. Это зомби-апокалипсис. Нужно найти убежище. А вдруг это и правда так? И они правы. Не бойся, Миша, мы мамочки. Так, фу, стоп, угомоните панику хоть на секунду. Идите сюда, я вам кое-что покажу. Включай, Юмичу. Что врубать? Вот, вот этот файл. Ладно. Погодите, у меня важное сообщение для всех ребят. В сегодняшнем видео на канале Magic Family, которое Аня все-таки выпустила, с мистическими гороскопами для питомцев, я делала вид, что мешаю ей снимать, но на самом деле я оставила там пасхалки. Это мое послание нашим ребятам. Если они не глупые, они его разгадают. Круто, Киса, Алиса! Хватит! Лучше смотри внимательно на экран. Я устала. Мы боимся каждого шороха. Хочется есть. Эйвен тоже устал. Мы не знаем, как быть. Мы снимаем это на телефон нашего оператора. Вокруг нас одни эти монстры. Я пытаюсь хоть как-то запечатлеть, что происходит вокруг. Эйвен, мне страшно. А тебе? И мне. Что это за шум? Мы не знаем. Мы не знаем ничего. Возможно, это они. Мы решили просто поставить камеру и ждать. Больше нам ничего уже не остается. Софи, мне кажется, там кто-то идет. Софи, там. Там. Софи. И что это? И что это было? А? Это наше с Эйвеном, да, Эйвен? Видео 2014 года, когда Миши и вас всех вообще еще не было. А мы как раз вашего возраста были. На вас что, правда напали зомби? Точно, я вспомнил. И как это случилось? Расскажите. Киса, Алиса, что ты там делаешь? Я отсюда буду слушать, это мое убежище на случай зомби-апокалипсиса. Короче говоря, за несколько часов до тех кадров с телефона, которые вы только что увидели, все было хорошо. И это был... Простите, я же говорю, всех нас ждет зомби-апокалипсис. Так и что было до этого? До этого это был обыкновенный солнечный день. Ничего необычного. Мы с Эйвеном решили снять видео. Позвали оператора, правда, Эйвена долго не было. И я, как всегда, злилась, что он опаздывает на съемки. А потом я услышала какой-то странный звук. Ну, как вы поняли, это был Эйвен в дурацком костюме Змея Горыныча, и он, типа, хотел меня напугать. Боже, Эйвен, ты меня напугал. Я тебя, считай, съел. Похож я на ящера. Я, конечно, сделала вид, что у него получилось. Нет, ты правда испугалась тогда, потому что я был похож на ящера и издавал ящериные звуки. Да ну, я просто подыграла тебе. Да нет же, я же помню. Понятно, может, вы уже продолжите, что было дальше-то? Ну ладно. Дальше София пыталась напугать меня то в костюме черной шляпы, то в костюме монахини. Но мне было ужасно скучно. Да ладно, вообще-то, когда я оказалась в костюме черного пятна, ты испугался. Ты про то, когда ты просто пряталась под черной тряпкой? Ну да. Ну так, да, я вообще не испугался. Эйвен, что ты врешь? Ты испугался? Нет, это ты испугалась, когда я в костюме змея. Да ясно уже, что вы страдали какой-то фигней. Так что дальше было-то зомби. Ладно, проехали. Так вот, мы и начали снимать наше видео. И сначала нам послышался какой-то звук. А потом наш оператор тоже услышал этот странный звук. И сказал, что пойдет, проверит, что это за звуки такие. И что это был за звук? Вот тогда началась жесть.
Он вернулся и сказал, что все вокруг превратились в зомби. Что на всех повлиял какой-то страшный вирус, и нам срочно нужно спрятаться, чтобы нас не заразили и не сожрали эти зомби. Реальные зомбаки? Жесть, и что вы сделали? Ужас, и вы же спрятались, да? Ну, все не так просто. А потом мы еще и потеряли нашего оператора. А ничего, что мы зомби повстречали, а? Погоди, давай по порядку. Да, сначала мы с нашим оператором в страхе пытались найти место скорее, куда нам спрятаться. Мы все были в панике и очень нервничали. Прям как вы сейчас паникуете, поэтому мы и говорим вам, хватит паниковать. Мы обыскивали разные закоулки и пытались найти место, где зомби нас не достанут. И каждый раз, когда мы находили какое-нибудь тайное местечко, мы начинали слышать эти звуки, потому что зомби шли на наш запах. Или на запах нашего оператора. В общем, мы очень боялись, и я хотела отправиться на поиски Ани. Потому что мы не знали, где она находится и что с ней случилось. Но оператор нам не позволял это сделать. Он сказал, что он должен спрятать нас в какое-нибудь укромное место, которое мы обязательно найдем, и сам пойдет и найдет Аню. Куда бы мы ни шли, мы повсюду слышали шаги зомби за собой. Их дыхание и жуткие звуки, которые они издавали. Но в какой-то момент мы потеряли Эйвена, и нам вдвоем с оператором пришлось возвращаться обратно по его запаху. Мы вернулись и нашли его стоящим в углу, как настоящий зомби. Мы думали, его укусил зомби, и он теперь тоже превратился. Это было так жутко, так страшно смотреть, как он стоит в углу. Мы долго боялись к нему подойти, но потом все-таки решились, сделали несколько шагов, а он... А я просто в капюшоне застрял, вот, и никак не мог выбраться, и подумал, что если я прикинусь сам зомби, они меня не тронут. Эйвен нас тогда очень напугал. Ой, да ладно, Софи, ты пугала всех не меньше своей паникой. Опять начинается! Как зомби-оператор это сожрал? Короче, мы бегали, и вот в какой-то момент забрезжила надежда. Мы подумали, что нам удалось спрятаться. Но потом мы опять видели зомби и услышали их звуки. И скорее оттуда побежали. И вот, спустя несколько часов, уставшие, голодные, холодные. Нам показалось, мы нашли неплохое место для того, чтобы спрятаться. Да, это было тропическое убежище. Там была куча растений, и мы надеялись там переждать ночь, потому что уже начинало темнеть. Но мы не могли бездействовать и просто спокойно ждать, потому что с нами не было Ани. Мы обязаны были ее найти, но нам было очень страшно выходить. Нет, Эйвен, это тебе, может быть, было страшно, а я собиралась пойти на поиски Ани, но оператор сказал ждать нам тут и что он сам пойдет ее найдет. То есть тебе, Софи, типа было не страшно? Нет, но мне тоже было страшно. Короче, он нашел ее? Нет, он действительно отправился на поиски Ани и оставил нам телефон. А сам взял с собой камеру. И вместо Ани он повстречал зомби, которая стояла так же в углу, как и я тогда. Он стал подходить к зомби и... Он стал подходить к этому зомби и звать его и... Потом мы нашли нашего оператора. Точнее, не всего оператора. Давай покажем им видео с телефона дальше. Мы нашли ногу нашего оператора. Нам очень страшно. Мы не знаем, что делать. Эйвен, сними меня. Я, говорящая чихуахуа, Софи заявляю. Они существуют. Я не знаю, что добавить. Мы одни. Что это? Софи. Эйвен, не переживай, мы еще хотя бы вдвоем. Мы нашли руку нашего оператора. Боюсь, его нет с нами больше. Мама, мама. Мы решили просто поставить камеру и ждать. Больше нам ничего уже не остается. Софи, мне кажется, там кто-то идет. Софи, там... Там... Софи. А дальше? Что с вами случилось дальше? Вы же остались в живых? Ну да, потом пришел зомби, и он был какой-то странный. И упал. А потом? А что потом? Что было потом? Где была Аня? А, вы об этом? Ну так она потом пришла и успокоила нас. Она сказала, что нам что-то не так показалось, привиделось, все нормально, все живы и здоровы. И посоветовала нам пойти покушать и поспать. Да, мы вообще-то для этого вам все это рассказываем и показываем. Чтобы вы поняли, что никаких зомби нет. И зомби-апокалипсиса не будет. Правда, после съемок она убирала вещи и потом ушла. И оставила случайно включенную камеру. Так это точно был зомбак. Скорее всего, это был просто оператор. Но главное, вы живы, вы тут спустя столько лет. Вот и я говорю, что никаких зомби не существует. Все будет нормально. Главное, панику лишнюю не надо создавать. В том-то и дело, что вы живы.
В смысле? Как вы остались в живых? В смысле? Может быть, вы теперь тоже зомби? И как только в этом доме закончится еда, вы перейдете на нас и на Аню. Вы зомби. Вы что, вы что, ку-ку, совсем что ли, ку-ку? Совсем у них мозги переклинило от этого карантина. Говорил я тебе, дурацкая идея. Я думала, это сработает, и они поверят, что никаких зомби нет. Да, теперь мы для них зомби. Эй, ребята, тут кажется кое-что поважнее. А нет, вы меня не слышите вообще? В смысле? Как это ее нет? А ты это в ванной проверяла? Давай, выходи, попой, двигай скорее уже. В коридор, скорее, я видела в окно. Дверь закрыла, я за продуктами, скоро буду, не скучайте. Там же зомби. Хватит, Юми, сказали же, зомби не существует. Вот именно. Да. Ну все, нам крышка. Что такое? Блин, обязательно по дороге идти. Эй, у вас все в порядке? С вами все нормально? Эй, эй, вам плохо? Эй, вам плохо? Ани нет уже долго. Надо, чтобы ребята срочно пошли посмотрели гороскопы на Magic Family с пасхалками. Пойду ссылку в описании оставлю.